Днём святкавання вербніцы лічыцца апошняя нядзеля перад вялікаднем. Вернікі прыходзяць у храмы з галінкамі вербаў. У праваслаўі гэтае свята называецца ўваход Гасподні ў Іерусалім, які адбыўся зусім незадоўга да таго, як Гасподь быў схоплены і распяты на Галгофе. Яму слалі пад ногі, як прынята цару, калі той уваходзіць у горад, белыя тканіны, а віталі пальмавымі галінамі. Яны служылі сімвалам трыумфу. Сегодняшний праздник показывает нам лучше всего, как изменчиво человеческое мнение, как люди, которые ждали земного царя, который решит все их земные проблемы. И когда Господь сказал, что нужно любить тех врагов, от которых вы зависите, нужно любить друг друга, и что спасаются не только иудеи, что перед Богом нет ни эллина, ни иудея, но всяческое и во всех Христос. Они не восприняли это, и ровно через три дня уже кричали, стоя перед Пилатом, «Распни, распни его!». Вот об этом мы должны сделать выводы, чтобы не быть изменчивы в своих мнениях, чтобы быть твердыми в вере и встречать Христа не как земного царя, а как царя небесного и духовного нашего лидера. Всех с праздником! Вярба замяніла праваслаўным веруючым пальму. Вядома, што вясной яна квітнее адной з першых. Акропленыя святой вадой галінкі прынята захоўваць дома увесь год. У народзе лічыцца, што яны надзяляюць здароўем і засцерагаюць ад няшчасцяў. Гатовілі, спасцілі. Вот сёння доченьку прывела, сама в пятніцу прыходзіла. Облили нас, немножко заплакала, но вот объяснила, что это хорошо, да, Эфи? А сейчас идем свечку ставить. Светлый праздник, предвестник Пасхи. Конечно, готовимся, постились, старались вести себя правильно. Прекрасный праздник, и видите, какая масса людей пришла. Это радует сердце, душу, что люди веруют в Господа Бога, что Он свою кровь и свое тело ради нас пролил за наши грехи, и мы будем стараться исправляться, чтобы все было у нас ладненько в жизни. Будем помнить Бога, будем ходить в храм и молиться Ему. У гэты дзень Вялікага посту дазваляецца есці рыбу. Заўтра пачнецца апошні тыдзень перад Вялікаднем – страсная сядміца. Яна прысвечана ўспамінам пра апошні дні зямнога жыцця Хрыста, яго пакутам, распяццю і пахаванню. Ганна Халёта, Сергей Мацвічук, Тэлерадыёкампанія «Брэст».